будет сражаться. Шестой Рикардо Карвалио, 18-й Уэйн Бридж, 4-й Клод Макит первой величины, к коим относится Тьерри Анри. Арсен Венгер остался верен своей тактике. Те, кто и Кубок английской лиги, это третий по лондонского Арсенала, атакуют очень-очень. Симпатичный пас отдавал Диаби своему партнеру, подключившему все в атаку. Это был Тео Уолкотт, именно с ним сыграл в такую стенку. Но это уже удар, дальний удар, который видел момент удара, бил Фабрига с поворотом. И еще дальше врывается Баптиста, удар, нет. И удар не получился у бразильца, и получился такой пас. Диаби с мячом. Аладьяр, передача на Диаби. Диаби сегодня выйдет вперед с этим парнем. Это французский нападающий. Передача на Батисту. Удар в ворота. Какой удар. И в струнку. Диаби сегодня, посмотрите, играет под нападающим. Опасный момент. Гол. Гол Уолкотт. Уолкотт открывает счет. Арсенал выходит вперед. Несмотря на то, что участник Лиги Чемпионов и тот, и другой, несмотря на то, что команды обеспечили себе уже место в Лиге Чемпионов в следующий сезон, и все равно, посмотрите, нам показывают момент, как был забит этот гол. Ну, тут, конечно же, просто, ну, как сказать, помягче. Так и слово просит такой, знаете, из современного сленга, лопухнулась оборона Челси. Но другого слова ну никак нельзя сказать. Да, блистательно, блистательно была разыграна комбинация с участием Диаби и Уолкотта. Врывается Уолкотт, передача в центр. И что здесь? Нет. Уэб считает, что не было, не было пенальти. Что Баптиста сам рухнул. Ну, естественно, не без помощи игрока Челси. Но все было в рамках правил, так как это была борьба за мяч. Ну, сейчас нам покажут наверняка в увеличенном виде. Это увеличительное стекло. Роль увеличенной Челси покажет себя во всей красе. И вот опаснейший момент. Удар воротам. Балок о положении вне игры нет. Но удар. Гол. Гол. Челси сравнивает счет. Дидье Дрогба. Дидье Дрогба. 1-1. 1-1. Финал Кубка английской лиги. Карлинг Кап. Я только-только сказал, не было тут положения вне игры. Вот посмотрите, как раз вот эти полосочки очень хорошо нам показывают, что на одной линии строго до миллиметра на одной линии оказались защитник Арсенала и нападающий Челси. Балок нужно выйти на поле положения вне игры. Нет, Диара делает прострел. Ну надо же такой прострел. Нужно было верхом делать. Нет, не дают. Но на подборе фланг Фрэнк Лэмпард и с правой ноги запускает мяч на верхние ярусы. Арсенал. У Шевченко в этом сезоне блистательно играет в кубковых соревнованиях, что в Лиге Чемпионов, что в Кубке Англии, что в Лиге, в Кубке Англии. Талантливый, ярчайшая, конечно, личность. Эссиен в своей стихии, наконец-то он играет не в обороне, а впереди. И сейчас. Пас! Играть! Посмотрите, удары! Балока, ну вспомните, как Балок играл. Как он играл за мюнхенскую Баварию и как он играет за Челси. Фабригас. Будет подача. Наброс. Опасно. Ну что же проглядели. Карвалио бросает глаз на Балок. Вот я сказал, перед тем, как Балок отдал пас. Прекрасный пас. Сейчас нарушение правил со стороны Сиена. Ну вы все сами видели, как завалил он Баптисту. Так вот Балок. Балок... Вы знаете, в последних играх были заплачены большие деньги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тут столкновение, все в рамках правил. Очень изящно, очень яркая игра. Аладьяр с мячом. Аладьяр хотел в длинную стенку. Сейчас дал затишье перед бурей. И удар. Это они в сборной ФРГ. Сейчас Аладьяр. И нет, нарушение правил. Нет, права. 1-1. 1-1. Давайте отдохнем 15 минут.
И вот до 2006 года этот стадион был самым крупным в Великобритании. Вместо правого защитника сейчас, простите, атакует. Ох, какая передача! Какая передача Робина на Шевчери. Продолжил. Я говорил про Лассана Диара. И снова нам не дают сказать. Карвалья нарушает правила. Колоссальное просто уважение. Удар по воротам! Ох, какой опасный удар! Фабригас бил в дальний угол. Вот она, молодежь. Как играет! Я уже в первом тайме все это сказал. Не буду повторяться. Скажу лишь, что футболисты Арсенала... Такая вот расстановка. В первом тайме я уже говорил, что Мориньо сегодня любопытная такая расстановка ромбом. Извиняется. И Диаби! О! Диаби хватается за голову. Ну, вроде бы все сделал правильно, парень. Все сделал. Смотрим еще раз. Ну, это нарушение Эсьена. Денилсона быстро разыграли. Аладьер в него. Арман Трауре. Робен. Робен сам. Это не подача. Это был удар. Голландец. Без нарушения. Подача! Опасно! Удар! И посмотрите, Терри достается. Ему попали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Терри. Что с ним? У него, по-моему, у него шок. Смотрим еще раз. Ой! Ой-ой, ужасно! Диаби попал ему Буцей в лицо. Ой, Джон Терри, но не везунчик же ты. Ой, как обидно. Скорее. Нужна помощь. Терри в шоке, Терри в нокауте. Ну как же не везет этому человеку? Как же жалко. Ай, Джон Терри, ну бедняк. Одно это смешно. Добавит, я думаю, 5-6, а то и 7 минут. Главный. Нет, положение вне игры. Дрогба, удар! И удар был не сильный, вы знаете, но неприятный по ходу движения. Вот так бьет Дрогба. Подача! Да, этой подачи еще удар. Удар сходу Денилсона. Денилсон бил щечечкой Ахен. И тем не менее, Челси продолжает атаку. По удар! Ох, какой Шевченко удар! Нет, это Лампард бил. Лампард, мне показалось, что Шевченко. Такой шевченковский удар. Но Лампард, хорош удар. Какой удар! Опускался мяч. Да, нет шансов у Альмунии. Чуть-чуть пониже. Да, все в этом. И в этом сезоне, я вам даже скажу, сейчас, когда появится Адебайор, тогда я его и представлю по полной программе, что касается Кубка Английской Лиги. Сейчас главный конструктор атак. Подача! Удар! Ох, какая! Что же оставили? Что же оставили Кола Туре, капитана Арсенала? Смотрим еще раз. Ну, это промашка. Промашка. Видите, Карвалью. Эсьен не пошел. И правильно сделал, что Эсьен. Да, Шевченко с мячом, но он стоит. Подача. Оу. Украинец хорошо увидел. Подключение. Челси. Робен. Удар. Гол. Ох, какой мяч. Какой мяч забивает Дрогба. Потрясающе срезает мяч в дальний угол. Браво. Это гол. Шедевр. Браво. Браво, Дрогба. Грандиозный пас и грандиозный удар с подрезом в дальний угол, в мертвую зону. Ну, тут Альмуния ничего не смог сделать. Смотрим еще раз. Вот что здесь Денилсон. Денилсон. Ну, косвенно он виноват. Робен, подача. И, конечно же, нужно сказать о Сендеросе. Нужно сказать о Сандеросе. Повалялся и встал. Потому что время. Удар! И мяч в ближний угол идет. Уолкот бил. Чех на месте. На месте. Как бы не завершился этот матч. Дрогба. И Шевченко. Крестовина. Какой удар. Вторая перекладина игроков Челси. Шевченко, крестовина. Какой удар блестяще сыграл Дрогба. И вы знаете, великолепно сыграл украинец. Вот это мастер. Ну, конечно же, это мастер высочайшего класса. Да. Шевченко.
Фабригас, подача, удар! Нет, это бил, удар-то был, но удар кулаком. Хорошо, чех нанес как раз. Вперед идет подача, граница автома, и удар! Нет, положение вне игры у Адебайора. Положение вне игры. Такие истинные, которые со своей командой. Но тут желтая должна быть, желтая. А у Есена есть желтая. И сейчас, это Микел. О, здесь какие страсти, Лампард. И потасовка начинается. Вот это финал. Только не нужно такого нам финала с такими драками, потому что здесь из ничего произошло все. Идет Адебайор, здесь идет Венгер, вышел, выбегает Жозе Мориньо. А все началось с того, что Микел, конечно же, нарушил правила. Я сказал, нет, это бьет Тесьен, и все.